Сегодня в Череповце подводят итоги международного конкурса социальной рекламы «Твое дело». Жюри выберут лучших в нескольких номинациях. Всего на конкурс было представлено 364 работы. В конкурсе 5 номинаций: «Твое здоровье», «Твоя семья», «Твое право», «Твоя защита», «Твой город». Участники могли прислать свои работы в виде плаката, видео или аудиоролика. Уровень работ самый разный на самом деле. Количество профессиональных работ резко возрастает. Очень радует то, что активно включились наши череповецкие, так сказать, центры, наши череповецкие медийщики. Очень радует, что к ним присоединяются совершенно профессиональные компании из Петербурга, Новосибирска, Уфы. Это, конечно, уровень пресс-служб, это уровень пиар-отделов, то есть это очень хорошие рекламные ролики. Есть ролики начинающих авторов, есть совершенно принципиально авторские дизайнерские плакаты, целая серия плакатов. Причем очень многие авторы участвуют уже второй год. Это значит, они верят в нас, им интересен конкурс. Организаторами конкурса выступили мэрия города Череповца, благотворительный фонд «Дорога к дому», гуманитарный институт ЧГУ. Мы уже на протяжении 5 лет занимаемся именно развитием социальной рекламы, потому что считаем, что это один из самых эффективных инструментов влияния на общественное мнение. Не тех, может быть, семей, которые уже оказались в кризисной ситуации, а той большой аудитории, которая, не преодолев какие-то трудности, может оказаться в беде. Конкурс объединил жителей 44 городов России. А в Череповецком камерном театре собрался сегодня полный зал зрителей. Сотни неравнодушных, готовых решать социальные проблемы, которые касаются каждого из нас. Активность и вовлеченность большого количества людей, особенно молодых людей, в решение проблем города, страны, отдельных людей, семей, не может не радовать. Мы с вами точно знаем, что от вклада и участия каждого из нас зависит качество нашей жизни и жизни будущих поколений. В работах затрагиваются самые разные темы – насилие, зависимость, здоровый образ жизни, городская среда. Среди участников – профессиональные студии, школьники, студенты. Конкурс – это прекрасная площадка для того, чтобы заставить людей задуматься о важном и привлечь внимание к социальным проблемам. Героиня моего ролика – девочка, у которой нет одной ручки и одной ножки. Это врожденная особенность, но при этом она счастливый, жизнерадостный ребенок, которого очень любят в семье, которого любит мама, братья, папа, все они заботятся. И она счастливый ребенок. Конкурс социальной рекламы «Твое дело» – конкурс для тех, кому не все равно.